Если даже не попасть сразу на пустую клеточку, желательно попасть на единичку, так как за первую бомбу дается как бы так бонус, то его и надо использовать. Сначала бьем наугад. Нашли единицу. Значит, вот либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь бомба. Можно это использовать. Просто выбить все эти клетки и найти одну бомбу. И, соответственно, открыть еще 4 дополнительные клетки. А они могут и помочь в дальнейшем. Вот ты дальше от этого отталкиваемся, идем дальше. Вот так и получается. Обязательно попадать в пустую клеточку. Единичку. Либо здесь бомба, значит здесь нету. Бомба либо здесь, единица. Значит, по двойке здесь нету. Вот у этой две двоечки. Две бомбы, вернее. Вот так.